Всем привет! С вами Дима Бекер. Хотите прожить счастливую, здоровую, успешную жизнь? Процветать во всех сферах вашей жизни? Если да, посмотрите это видео до конца. Я с вами поделюсь, что в моей жизни работает. А, и если что, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если понравится вам видео, делитесь этим видео. Я думаю, многие из вас знают про 10 заповедей из Библии. Это Ветхий Завет, когда Моисей говорил про эти заповеди к своему народу. И если они будут соблюдать их, то тогда Бог их будет благословлять. Да? Но он говорил, перечислял многое, что будет Бог тогда делать в их жизни. Но коротко я вам скажу, он, в общем, будет их благословлять во всем, быть на их пути, помогать им, никогда не покинет и не оставит. А в Новом Завете сказал Иисус две наивысшие заповеди. Первая – это возлюби Бога своего всем сердцем своим, всей крепостью, всем разумением, всей душой, всеми силами. А вторая заповедь – это возлюби ближнего, как самого себя. И если мы будем соблюдать вот эти две заповеди, то в нашей жизни будет успех. Бог будет нас всегда сопровождать, будет во всем помогать, понимаете, даже в каких-то трудностях. И это же классно, когда Бог во всем помогает тебе в жизни. И я вижу, как Бог в моей жизни во всем мне помогает. Моя жизнь становится все лучше и лучше. И поэтому я хочу с вами делиться, чтобы вы прожили тоже, так проживали счастливую, здоровую, успешную жизнь. И вы теперь, конечно, можете сказать, особенно те, которые не верят, может быть, в Бога или еще даже не понимают, как жить с Богом. Вы скажете, как я могу любить Бога всем сердцем, если я его даже не вижу? Не могу с ним сесть, поговорить, понимаете? Я не знаю его как бы. А как я могу любить ближнего, как самого себя, если этот ближний, например, раздражает меня? Или обижает меня, причиняет мне какое-то зло, нехорошо себя ведет просто. Как я могу любить такого ближнего? Вот с этим как раз я поделюсь с вами в следующем видео. Я буду делиться, как это в жизни у меня происходит, что работает, как Бог действует в моей жизни. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Дима Бекер. Пусть Бог вас благословит.